Куда ездят представители ближайшего окружения диктатора Путина, согласно крупнейшей утечке данных ФСБ? Смотрите далее. Пропаганда уже много лет доносит россиянам, что кругом враги. Особенно людоедская их риторика стала во время полномасштабного вторжения в Украину. Это война за право нашего государства, нашей культуры существовать. Война с бесами. Война с сатанизмом. Война с НАТО. Однако крупнейшая утечка данных ФСБ, по которой можно отследить перелеты элит, свидетельствует, до так называемого СВО кремлевская элита отдыхала в Европе. Да и сейчас предпочитает вместо российских курортов отдых за границей. Если говорить о топ-направлениях, то я бы составил такой рейтинг. Дубай на первом месте, на втором месте Турция, на третьем месте я бы сказал, что это Сейшелы, на четвертом месте какой-нибудь Таиланд и на пятом месте что-нибудь тоже можно упомянуть. Карибская, где этих людей не арестуют. Расследователи узнали, что дочери Путина, его бывшая жена и, по слухам, нынешняя возлюбленная Алина Кабаева, пользуются частными самолетами. Цена одного часа аренды подобных авиалайнеров от 5500 евро. До начала войны Кабаева любила слетать в Швейцарию, но после февраля 22-го ей приходится путешествовать только в родной Узбекистан. Также ездить за границу любили дочери Путина и его бывшая жена. Причем посещали они, выражаясь языком кремлевской пропаганды, далеко не дружественные страны. Так, за неполные 2 года с мая 15 по начало 17 младшая дочь президента Катерина Тихонова совершила 35 перелетов. Среди стран – Франция, Австрия, Швейцария, Германия, Испания, Сербия, Дания, Италия, Словения, Греция, Великобритания и Арабские Эмираты. Старшая дочь диктатора Путина Мария Воронцова регулярно наведывалась в Амстердам, на родину своего первого мужа, а ее мать и бывшая жена Путина Людмила Очеретная с 15 по 19 годы 20 раз летала из Москвы в страны, где есть ее недвижимость. Испания, Франция и Швейцария. Также бывала в Лондоне, Мюнхене и на Мальдивах. Полномасштабная война внесла коррективы в путешествия. В базу попал только один перелет Воронцовой после начала войны в июле 22 года в Ереван. О полетах Тихоновой за границу в базе нет информации с сентября 21 года. Еще раньше, в декабре 19 года, последний перелет за границу совершила Очеретная. Это был Цюрих. Наивный вывод, который лежит на поверхности. Видимо, эти женщины просто перестали летать за рубеж, во что не слишком верится. Вполне возможно, что теперь они это делают под другими фамилиями. Так, по другим фамилиям путешествуют дочери главы Чечни Рамзана Кадырова. Это старшая дочка. Это старая дочка. Это шестая. Карина, Табарик и Хиди Кадырова имеют паспорта на фамилию Мусаева. По этим документам в 17 году они летали в Париж. Ашуру, 12-летнюю дочь Кадырова от второй жены Фатимы Хазуевой, с раннего детства возили за границу по документам с фамилией матери. Российские депутаты после начала полномасштабного вторжения попали под санкции и потеряли возможность ездить во многие страны, но отдыхать за границей не перестали. Публично заграничные отдыхи порицают, но сами летают, кто в Турцию, кто в Эмираты, кто, как Николай Патрушев, на Сейшелы, куда отправился на частном самолете. И даже автор этих слов – единорос Виталий Милонов. Отдыхать за границей, я считаю, неприемлемо. А зачем нам отдыхать за границей, если мы депутаты нашего парламента? Депутат Милонов, который в Телеграме пишет, что он на фронте, а сам в это время путешествует, отдыхает за границей. С начала полномасштабной войны в Украине Ксения Шойгу, дочь бывшего министра обороны Сергея Шойгу, побывала в Арабских Эмиратах 7 раз, а сын Дмитрия Медведева путешествует с дипломатическим паспортом.